Смотрите, сейчас покажу, как дальше делаем. Натерли морковь, положили в кастрюлю, берем масло, наливаем, добавляем туда соли, такое нормальное количество. Добавляем туда красный перец. Ну, тоже нормальное количество. Добавляем туда... Дальше добавляем пищевую лимонную кислоту. Ну, не очень много ее. Добавляем совсем чуть-чуть сахара, 2 ложечки. Теперь все это перемешиваем. Нам нужно самое главное, чтобы лимонная кислота растворилась. И выдавливаем сюда чесночину. Одну. Так, ну все, у нас замешано, просто плохо растворилась соль и все остальное, поэтому добавляем воды, чтобы растворить все ингредиенты. И перемешиваем. Так, и теперь это все выливаем в нашу морковку. Берем ложку и перемешиваем. Нужно, чтобы наша жидкость обволокла всю морковь. Ну все, у нас пошел такой вкусный аромат морковки по-корейски. Теперь это мы все перемешали и убираем в холодное место на несколько дней. Она у нас целиком заквасится, морковка чуть на воду отойдет, и будет очень вкусно. Спасибо вам за просмотр, поставьте палец вверх. Пока-пока.